Электронный фликер для велосипедистов и фермерская распрацовка «Хутор Мёбиуса». У Гомеля прошел городский этап конкурса «100 идей для Беларуси». Юнаки и девчаты представили на суд экспертов свыше 30 авторских распрацовок. Подробности в наступном сюжете. Кожный из этих молодых людей марить укоронить свою идею, как минимум, на Гомельщине. На конкурс яны приходят с бизнес-планами и экономичными разликами по реализации проектов. Распрацовщики готовы хоть сегодня приступить до справы и увособить идеи у житем. Многие проекты уже сейчас и здесь начинают свою реализацию. Мы приглашаем бизнес-сообщество, мы приглашаем с наших предприятий и организаций, партнеров, которые уже по окончанию защиты могут сказать, что это вполне можно сделать здесь и сейчас. Одна из самых корыстных распрацовок належит навученцу Гомельского машинобудаўничьего колледжа. Павел Трыфалов створил электронный фликер. С этой новинкой у темный час суток велосипедиста бачна за 300 метров. Распрацовка мае и еще одну функцию. Фликер может показать повороты и припынки двухколого транспорта. В целях безопасности, чтобы не отрывать руку от руля, щелкнуть просто переключатель, и на спине уже будет сам поворот. А вось распрацовка Алексея Зайцева, аспиранта ГДУ имя Франциска Скарына, накеравана на оптимизацию работы фермерских господарок. Контролировать процесс поспевания уроджаю можно отдалено. Усе даденные на гаджет фермера передае система «Хутор Мёбиуса». Яна сама збирая метая даденные, керуя палевом и сбором дождевой воды, выкарыстовывая альтернативные границы энергии. Подобного в СНГ и нету, стран Европы тоже нет. Единственное, что есть калифорнийские проекты, которые продвигают, но у них идет сфера закрытого хозяйства. По выниках выступления у конкурсантов экспертный совет вызначил самые перспективные идеи. Их представить на областном этапе конкурса у снежни. Евгения Кухарона, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».